traído, mami, mira, corre. Mira, Chuchi. Chuchi, ¿dónde está? ¿Dónde está Chuchi? Aquí. Aquí. Как бы еще открыть? Да, сейчас откроем. Мама, ты comprar Chuchi. Да. Вкусняшка. Давайте сумку беру. И пока мама не сядет в машину, ты не кушаешь, да? Ну ладно, буду садиться. Все, теперь можешь кушать. Сейчас поедем. Доехала в Меркадону. Мне бульон нужен был куриный. Вот, поэтому доброе утро всем. Точнее, даже не доброе утро, а доброе... Как это сказать-то? В общем, доброе, чтобы оно не было. Еду домой. Кусает мой сладкий. Еду домой. Быстренько. Варить суп тыквенный. И вам рецепт с ним. Зимой он просто нереально вкусный. В общем, купила всего ничего. Ездила вот за бульоном куриным. Потому что сейчас будем готовить супчик. И мне нужен туда куриный бульон. Кофе обычный. Купила. Это печень трески. Салатик сделаю. Кефир. Окрошку захотелось. Теперь столько надо купить это. Овощи и колбаску туда. К супу тыквенному купила вот такие сухарики. Гель для душа мужу закончился. Стевия в таблетках. И ем уже вот такую картошку. Это курица. С лимоном. Кстати, вкусная. Так, ну а мы сейчас будем приступать к готовке супа. Так, друзья, буду приготавливать к супу тыквенному тыковку. Для начала я ее почищу. Вот, так будет намного быстрее и, ну и лучше. Тыковку я почистила и вот так вот на две части на фольгу положила. Теперь мы сюда кладем. Я разрезала одну луковицу. Тыква у меня 2 килограмма, ну, пол, наверное, остался килограмм 200, вот так. Лучок. Чесночок. Туда вот начиночка такая. Лавровый листик. Тимьян, Чарли, Киас и Саи в помойке лазит. Представляете? Даешь ему еду, не ест, зато в помойке зашибись. Тимьян, потом его надо убрать. Поэтому я вот так вот, смотрите. Чарли, кита дай, омбре. Вот так вот делаю. Потому что потом его надо убрать. Вот. И тут также. Вот так. И кусочки маслица. Вот так. И заворачиваем в фольгу. И отправляем в духовку на 200 градусов
40 минут. 200 градусов 40 минут запекаться. Вот такая красота пойдет у меня в духовочку. После того, как мы нашу тыковку, я час ее держала, час на 200 градусов тыковку держала. Вот что получилось. Убираем лавровый лист. И вот это вот тимьян. И тыковку нужно этим, как его, как это назвать-то, батидора, в блендере проблендерить. Со всеми внутренними. Вот лук, чесночок. Вот, блендерим. Так, я ее сейчас порежу. Ой, лук вылез. Она такая, как бы готовая, но не совсем. Чтобы, ой, запах какой стоит. И второй половинкой проделываем то же самое. У меня тыквы много. На килограмм где-то 350-400 миллилитров бульона куриного. Так вот. Еще раз проблендерю. И отправляем варить, ну, минут 15 после того, как закипит. В общем, до готовности. За пару минут добавляем пару ложек сметаны. Можно сливки, можно сырок. Что хотите, на ваш вкус. И соль по вкусу тоже. И все, 5 минут, и суп готов. Хотя вру, добавляем еще. Ну, я вот, наверное, третью часть лимона. Ай, горячий какой. Лимончика. На вкус тоже, как хотите. Хотите побольше, так потом можно будет регулировать в тарелке уже. А пока так. Я нажарила грибочков в кляре еще. Опс, вот так. Так что вот такой вот у нас сегодня вегетарианский будет. Хотя там сметана, ну, не важно. Смотрите, какой супчик получился. Нереально вкусный. Пробуйте, друзья. Это действительно очень-очень вкусно. Всем приятного аппетита. Кстати, я забыла вам, что подается это с гренками. Вот. Я уже тут себе десертик сделала. И зеленый чай холодный. Пошла я трапезничать. Я уже отработала. Еду на пляж. Прогуляться. Ой, вы знаете, мне тут такая дамочка одна, мне так она насмешила. Комментаторша хренова. Ой, не могу. Самое интересное, это то, что я ржала, значит, она что-то там... Мои комментарии ты стираешь! Самое интересное, я практически никогда ничего не стираю. Вот честно, вот никогда не стираю никакие комментарии. Я, значит, ей написала. Говорю, наверное, у тебя там такие комментарии лестные были, что даже YouTube сказал, что этим комментариям это... Не того она. Пишет с другого уже аккаунта, отвечает. А я как раз, знаете, ждала клиентку. И вот что-то прочитать, комментарии быстренько. Обычно я как, читаю быстро, и потом вечером уже на них отвечаю. А тут она, видимо, это, попутала немного и ответила с другого аккаунта. Что-то там она ответила. А, я ее написала, продублировала комментарии, потому что я их в упор не видела. А я действительно не видела, что там за комментарии. Ну, видимо, особо таких умных комментариев она не написала. А дурацкие YouTube не пропускает сейчас, кстати. Он намного строже, и всякие долбанутые комментарии просто не знаю, где они там летают. И я ей говорю, напиши еще раз комментарии, чтобы я прочитала, о чем речь идет. Я тебе еще буду писать еще раз, время тебе буду удалять.
Потом я вижу, что она... Я смотрю, аккаунт другой. А, вроде бы как комментатор-то один и тот же. Я так засмеялась. Я говорю, своими аккаунтами не разберешься. Куда в мою жизнь-то лезешь? Тебе что надо-то? Значит, ее, наверное, так задело. А, она меня типа, я тебя уличила. Стираешь комментарии, вот. А я буду все равно строчить. Да за твою такую вот наглую какую-то там рожу, что-то ей там не нравится во мне или еще что-то. Вот она типа смотрит только из-за того, что там мои покупки какие-то испанские. А вот я такая противная рожа, такая вот я вся какая-то, вся прям... И вот, бедная, она себя насилует, покупки ей хочется посмотреть. Но вот больше нет у нас на просторах YouTube, то покупками занимается, приходится ей меня терпеть. Вот, ну уж извините, какая есть, терпите, раз уж хотите покупки-то посмотреть. Ой, ну я так смеюсь. Знаете, из-за чего? Что она попуталась немножко, даже в своих аккаунтах разобраться не может, зато пытается кого-то научить, как жить и что делать. Ой, блин. Самое интересное, почему люди, как говорится, это обижаются, что их комментарии удаляют. Хорошие комментарии удалять никто не будет. Правильно, да, Чарли мой, я сладкую. Да. Скажи, мам, что я тебя люблю, что ты? Ничего ты. Не обращай на психанутых, долбанутых людей внимания. Психов много бывает. Да я знаю. Да что-то, если на придурков обращать внимание, эта жизнь не будет ни модом. Да. У меня есть ты, замечательные клиенты, друзья. Конечно, да, все. Много внимания мы этой дуре приложили, да. Так что люди неуравновешенные психически, успокойтесь. Конечно, я понимаю, сейчас весна, обострение, авитаминоз. А я тут при чем? У вас крыша едет, лечите. Я не помогу в этом, я не врач. Ой, какую же масочку выбрать? Так, мы на пляж приехали, пойдем сейчас гулять. Хорошо так поработала, вернулась моя клиентка, которая... Она, помните, я вам говорила, у нас как волна новая, она уходит в это, в затишье. Вот. И что-то смеемся сейчас, я говорю, ну, вроде бы третью волну пока не передают. Она говорит, вот следующий четверг ко мне приходите, типа, домой укладывать меня. На улице просто ветер сильный, я там не могу разговаривать. Так что вот, я говорю, да вроде бы пока волны не будет. Все, идем, Чарли, идем. Так что вот так. Ну, смотрите, как с этой стороны прям так пасмурно, прям как будто дождь будет. А там вроде ничего, нормально. Ну, ветер, видите, какой. Странное какое-то плавает, непонятное. Ну, вы знаете, здесь вот какая-то часть трубы валяется. Может быть, это что-то... У нас вот там подальше есть, как это сказать-то, ферма. Ферма, где выращивают мидии. Может быть, оттуда что отвалилось. Видите, какая-то труба. Посмотрим. Тут какая-то труба море вытащила. И там что-то все фоткают, что это такое, непонятно.
Напишите в комментариях, хотели бы домик вот там. Мне как-то страшно. А вдруг отвалится часть скалы и полетим все вниз? Я бы и не рискнула. А вы? Там столько вот ребятишек. Родители гуляют с ребятишками. А здесь у нас тоже парк натуральный, как не парк, но вот эта вот часть Greenpeace борется за это. Здесь хотят отели построить, я уже говорила много раз, но Greenpeace говорит, что здесь птицы прилетают на зиму сюда, и типа нельзя здесь строить ничего, потому что это как бы часть природы. И здесь очень много разных животных и все такое. Ого, там целый детский сад прям. Обалдеть. Я тут расследование провожу. Мне очень интересно. Комментаторша-то это. Мама Чоли. Она ошиблась немножечко. И с другого аккаунта мне начала писать. Ну, я зашла на этот другой аккаунт. А она у нас, знаете кто? Она у нас гадалка, оказывается. Ой, не могу. У меня монетизированы каналы. Денег много заработала? Мам, чё ли, а? Много нагадала там? Ой, не буду рассказывать, что за канал. Ой, блин, серьезно, вроде бы взрослая женщина, да? А такой херней занимаетесь. Я не про ваши гадания. Занимайтесь чем хотите, это не мое дело. Я не лезу в ваши гадания, это ваше право заниматься чем вы хотите. И учить я вас тоже не буду, как надо этим заниматься. Вы в другие-то каналы какого хрена лезете, если у вас не монетизированы? Я же не учу вас, как это делать. Вы какого хрена меня-то учите, что мне делать? Хочу чавкаю, хочу пукну. Хочу вообще, что хочу, то и ворочу. Это мой канал. У вас есть свой, вот своим там и занимайтесь. И делайте, что там хотите. Вы ко мне какого хрен лезете? Я не пойму. Вчера вот тоже еще одна у меня была. Ой, та тоже, как же ее звали? Чеканутова какая-то, что ли? Чеканутова. Вроде как, знаете, женщина такая была. Ну, вы знаете... Это не какое-то это рассуждение, просто вот интересно над людьми подумать, что их вот приводит к такому вот поведению. Ну, естественно, несчастье, естественно, несчастливая жизнь, естественно, недостаток. Что-то у них же в жизни происходит. И вот у этой тоже Чеканутова, вроде бы как мне ее жалко было, она вроде как не со зла что-то начинала. Но потом, видимо, она совсем разозлилась и куда-то вот ее понесло не в ту степь, пришлось как бы заблокировать. Ну нахрен мне надо на моем канале срач, вот это вот ругань, да, мне это совершенно не надо. Когда люди какую-то там критику мне делают, там, ой, вот ты сегодня плохо накрасилась, там, или что-то мне вот как бы не да, но когда начинают учить жить, или там, вот ты не чавка, вот ты это не делай, извините, вы ко мне на канал пришли, не я к вам. Если вам что-то не нравится, нажмите на кнопочку и уходите, вот проблем какие. Я никого тут цепями не держу, поэтому как бы не надо, как говорят там, не учи морально, помоги материально, как-то так, да, вот. И вот, представляете, ну лоханулась она, лоханулась, конечно, по-крупному. Ну не то, что по-крупному, просто смешно. Выставила себя смешной, скажем так, стороны. Ну вот мне бы было стыдно за такое поведение. Да, тем более у нее там, не знаю, сколько подписчиков, много видео, но просмотров монетизировала, говорит, у меня тоже монетизированы каналы. Я деньги... лопаты ворочу. Я думаю, сейчас ей тоже что-нибудь как бы это напишу такое, здравствуйте, как дела, ля-ля, а потом гляжу, это что-то там. Я ни в какие гадания не верю, потому что есть Бог, и вот только Он знает, что, как и почему. А вот это вот все гадания на кофейной гуще, как бы это все не для меня. У меня есть подруга, которая, знаете, она как бы не то, что верит как бы в это и все такое. Ну, не знаю, как-то я не могу поверить в то, что можно что-то предсказать, нагадать.
откуда не знают, да, есть только Бог, вот он все знает, и он лишь будет так, как он захочет. Все, другому не дано, как говорится. Ой, ну посмешила. Рассмешила она меня, конечно, конкретно. Что-то там, наверное, еще пишет. Прям даже интересно. Вот так вот, когда мне нравится, да, ну не то, что нравится общению, да, вот так вот нормально, что она там пишет. Не знаю, больше ничего вроде не написал. Жалко. А вот, вот, правильно. Буду чавкать, буду жевать, буду песни петь. Буду спать. Все буду делать. Вот именно что. Если я чавкаю на камере, значит, я такая, какая есть. Вот я не играю ничего, как говорится. Полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть. Стая белых журавлей возвращалась домой. Классная песня такая. Мы когда-то под нее зажигали и танцевали. Эх, жизнь моя жестянка. Пойду я выпью чайку. Пришла с работы, вот села почитать комментарии. Гадалка, блин! Так, ладно, смех смехом, посмеялись. И ладно, над гадалкой. Кстати, если хотите, дорогая мадам гадалка, я вам могу комментарии на вашем канале писать для развития вашего канала, чтобы вам больше денежек шло. Если они, конечно, вам идут. Мне не жалко. Я сейчас хочу поставить яйца варить. Сделать салатик. Как же я обожаю вот эти вот плиты. У меня была газовая. Это был какой-то кошмар, потому что мыть эти газовые плиты, это просто жесть. А эту, пам-пам, и готово. Полюби меня такой. Моя рыба тоже кушает, да. Полюби меня такой. Я еще тут мясо достала, знаете, для кебаба. Правда, у меня еды на неделю теперь, потому что еще плов стоит. Ну, завтра плов с салатиком покушаю. Еще у меня тут много супа. Полюби. Вы знаете, когда я работаю вот в такой дни после обеда, то мне такое ощущение, что завтра суббота. А завтра-то всего четверг. Какая суббота? Полюби меня такой. Полюби меня такой. Сейчас яйца поставлю варить. Яички. Яички поставлю варить. Так. Ой, что это такое? Не пойму. Полюби меня такой, какая я есть. Что-то какие-то пятна непонятные. Ладно, буду яйца варить. Что вам? Яйца неинтересно же смотреть. Как я их буду варить. И мясо. Даже не знаю, что это за мясо тут достало. Но, походу, это индейка. Кебаб. У меня там два лавашка просто нашла. Что это такое? Это, блин, рыба. Мясо. Это тунец. Он обратно в заморозку пойдет. Для салатика у меня наверху. Там, где я выбрасываю все, как говорится, землю от из горшков, растет лук зеленый. Все его на салатик. Так вот дикарь растет. Смотрите, как сколько выросло. Это в прошлом году я его на выброс. А он взялся в этом году и пророс. Не поливаю ничего. Сам вырастет. Видите, там вот. Пусть растет. Вот на салатик мне как раз набрала лучок.
Кактус вот этот тоже какой-то, я его выбросила вроде бы как. А он, ну, живет, ну и живи. Живи спокойно, страна. Пришел, пришел. Пасмурно немного у нас. Луна. Ну, ветер стих. Ветер стих. Все, маму? Лучок. На огороде набрала. Пошла.